Основные точки доступа к башне уничтожены при взрыве. Трубопровод поврежден, но еще функционирует. В служебном ангаре есть прыжковые ботинки. С их помощью можно преодолеть трубопровод. Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Агент башня или агент индуктор была построена в 2127 году на основе прототипа, разработанного командой Хайдер. Это главное достижение ОАК. Агент башня или агент индуктор была построена в 2127 году на основе прототипа, разработанного командой Хайдера. Это главное достижение ОАК.
принесет аргентный аккумулятор. С его помощью она попробует вручную открыть портал в ад. Хотя аргент-башня не работает, связь с их измерением еще существует. Мы в огромной опасности, доктор Хайден. Агент энергии, разработанная доктором Оливией Пирс. Мы — единственная корпорация, владеющая этой энергией. Мы способны преобразовывать чистую энергию ада в управляемую агент энергии. Получаемая энергия питает этот комплекс, а агент-башня передает ее по всей Солнечной системе, позволяя всем обитателям Земли и близлежащих колоний жить беззаботной и продуктивной жизнью. Но одни мы не справимся. Нам нужна команда. Команда людей, полных энергии, потенциальной энергии. Раскройте свой потенциал вместе с ОАК. Благодарим вас за интерес к Аргент Энергии. Аргент-башня или аргент-индуктор была построена в 2127 году на основе прототипа, разработанного командой Хайдена. Это главное достижение ОАК.
Судя по показаниям, которые я считываю с аккумулятора, вы приближаетесь к вершине аргент-комплекса. Если она вскроет этот аккумулятор рядом с аргент-лучом, то откроет портал в мир ада, и закрыть его мы уже не сможем. Thank you.
Ты не помешаешь мне взять все, что мое по праву, что было мне обещано. Yeah.